Меня зовут Ильяху Эссас, я живу в Иерусалиме, в Израиле живу 12 лет, до этого в Москве, собственно говоря, я не знаю, что еще там сказать нужно было бы. Можно сказать, для нашего круга это полезно, может быть, что я начал заниматься Торой 25 лет тому назад в Москве, самостоятельно и потом преподавал. 20 лет назад начал преподавание. Большинство из тех, кто в Израиле сегодня преподают, это не все, но, скажем, 2/3, 3/4, это либо мои ученики, либо ученики моих учеников, и так далее. Я не несу ответственности ни за то, что они преподают, ни за то, как они преподают, но просто факт, что они когда-то начали у меня и учились, кто-то сильно продвинулся, кто-то менее сильно, а потом уже в Израиле каждый тоже своим темпом и по-своему. Меня попросила Ольга начать курс, значит, мы договорились, что это будет курс Тегилим, мне кажется, он будет интересный и такой весьма, может быть, неожиданный. Кроме того, эту книгу все знают, но мало кто в нее глубоко всматривается, постараемся что-то сделать в этой области. И еще я хочу сказать, что мне приходится каждый месяц на неделю уезжать в Москву, и поэтому график наш будет такой. Когда я здесь, и вы хотите, чтобы я пришел, я приду. Когда меня здесь нет, то по телефону из Москвы это не самый лучший способ общаться, мы это оставим. Тогда одну неделю пропустим со мной, возможно, здесь будет занятие какое-то, я уже не знаю какое. Но это Ольга будет знать. Следующий йом решен. Я должен по Израат Ашем, как говорится, и блин Эдер быть здесь. Надо, чтобы все мы были живы и здоровы. Потому что мы снова можем собраться. А потом меня уже не будет, одну неделю я пропускаю. Так что в следующий раз мы тоже можем здесь собраться. Итак, вот я привез с собой книгу Тегилим. Я рекомендую купить эту книгу. В конце концов, в Израиле книги недорого стоят. Есод Малхут называется. Чем хороша эта книга? Эта книга, книга с большими буквами, только Тегилим. Но под каждым словом есть альтернативный, возможный перевод с иврита на иврит, конечно, но все-таки другое слово. И часто это вам даст возможность, если вы не знаете слово в оригинале, то внизу маленький, так прям буквально строчка со строчкой идет, очень удобно. Причем размеры большие, а альтернативный перевод маленькими буквами. Это не мешает, можно в него не смотреть. Можно смотреть. Я знаю, что некоторые скажут, что они привыкли еще пока что на русском языке читать. Мне это очень трудно, что я могу сделать. Но поверьте мне, не задерживайтесь. Потому что каждый день, который у нас пропускается, и мы не можем вглубь посмотреть, а только в Лашон ха-Кодеш вглубь проявляется, мы теряем для себя. И поэтому, если кто-то старше здесь 40 лет или 50 лет и сошлется на это и скажет, что я не могу поэтому выучить язык, то я вам приведу на это довольно много людей, в том числе и моих учеников, и неучеников, которые начинали в 65 лет, например, это я ручаюсь, 65 лет, и дошли до того, чтобы хорошо читать и понимать, и изучать, и так далее, в оригинале. Поэтому, если кто-то старше 65 лет, мне нечего сказать, нечем крыть. Но если кто-то младше, то я приведу примеры людей, которые младше, были 65 лет, и смогли справиться с этой проблемой за год-два, там, в Москве еще. Кал вахомер здесь, в Израиле. Это то, что могу вам пожелать тем, кто еще не решается. Некоторые, может быть, стесняются и просто боятся. Чтобы переплыть речку, надо войти в воду. Нельзя говорить, стоять на берегу и с ним говорить о том, как хорошо там. Надо проплыть туда. Так, значит, у кого есть книга, откройте, пожалуйста. Потому что книги разные, страницы я не могу сказать. Мы начнем сначала. И, как говорится, Байзрат Ашем, сегодня постараемся первый из Тегилим разобрать. Кто-то может сказать, всего лишь один. Но все зависит от того, как и что, и куда. Прежде всего, я хочу вам прочитать вот такую очень запропыленную
книгу, там мне внизу дали, что я могу сделать? Если бы знал, привез бы с собой. Так, ну это книга Кодыш, так что тут никто не смеется, пожалуйста, серьезно. Я просто насчет пыли сказал, это неприятно. Значит, из Гемара Брахот, Масехет Брахот, очень известное место, которое многие из вас могли слышать в разговорах, обращаясь к мужской части населения, может быть, кто-то и учил немного тоже. Так или иначе, это место известное. Оно рассказывает про Давида Мелех, царь Давид. И его распорядок дня идет. Я пропускаю распорядок дня, а обращаю внимание на то, что нам нужно. И здесь говорится так. Рассказывается, что Моше Рабейну не хотел сказать точно, когда полночь, в разговоре с фараоном. По причинам, которые здесь нам не важны. И говорится, что Давид Амелах, он как раз точно знал, когда полночь. И тогда спрашивается здесь, в Давид, Гаве Яда, это на арамейском, да? Давид, он что, знал? Спрашивается. И отвечает, Симан Гавели, у него был симан, у него был признак, определенный знак какой-то. Какой был знак? Многие, наверное, уже слышали о нем. Дамар Рав Аха Бар Бизне, Амар Раби Шимон Хасида. Эти люди сказали так, сообщение нам устная Тора передает. Кинор Гая Талуй Лемала Мимитато. Над его кроватью находился кинор. Это музыкальный инструмент, струнный музыкальный инструмент, который может только догадываться, что это такое, не имеет значения. Понятно, как устроены струнные инструменты. Натянуты струны, это главное было. Ну и что? Что находился у него? Векейван шеегия хацот лайла. И когда наступил, когда приходил полночь, слышите, как говорится, когда приходил полночь, ба руах цифонит, северный ветер начинал дуть. Но шевет бо уминаген мейлав. И начинает этот кинор сам по себе играть. То есть ветер дует, и струны начинают издавать звуки, начинается некая мелодия. Мият хая омед веосек бетора ача ала муда шахар и так далее, и так далее. Начинается распорядок дня, который опять нас здесь не интересует. Итак, мы видим, что царь Давид просыпался в полночь, он больше не спал, он спал очень мало, просыпался в полночь и от того, что северный ветер дул. И вот этот кинор начинал играть. И мы должны понять, что это за кинор такой удивительный, почему именно северный ветер его будил, и почему это подвигало его на то, что там дальше говорится, он занимался Ширим ветишбахот. В итоге он писал книгу Тегилим, которая вот у нас перед нами находится. Мы должны понять, что это такое. И для того, чтобы это понять, я напомню вам то, что многие из вас, может быть, читают каждое утро в Шахарит, в Сидуре, или, по крайней мере, недавно читали в Хумаше, это было конец недельной главы Ваера перед Хаей Сара. Вы помните Акеда, Маасе Акеда, когда Авраам взял Ицхака и привел его на гору Гара Мория, там, где храм потом стоял, и положил его на Мизбеях, и взял нож, чтобы Леокрив, это значит привести его карбан, приношение. И в этот момент Малах говорит, стой, значит, теперь я вижу, кто ты такой, не надо ему ничего делать, поднимает глаза Авраам и видит Айл, Бесвах, там говорится так в Торе, Бесвах нехаз бекарнав, что он, запутались его рога там, и тогда в Торе не рассказывается много, говорится, что он взял этого барана.
Русская Тора нам сообщает в Мидраше, Мидраше Тана Дебе Элияху, есть такой Мидраш, Тана Дебе Элияху, то есть из школы пророка Элияху, потому что с ним беседовали наши учителя, иногда, не все, только буквально несколько человек, и в беседе с ним они записывали эту беседу. Есть такая толстая книга, называется Тана Дебе Элияху, Мидраш. И там говорится следующее, нам сообщается, что Авраам Авину не сразу принес этого барана, айл, баран, как карбан, а он не, должен был убедиться, им это кошерно или нет, потому что есть законы, если животное имеет мум, недостаток, его нельзя принести. И то, что Авраам находит его в кустах, еще не значит, что там нет недостатка. Он берет его, макрив, цад цефони шеламизбе, там так говорится, в Тана Дебе Элияху, он его в итоге, так сказать, делает шхиту и все, с северной части мизбеха, и только убедившись, что все правильно, распутывает, развязывает Ицхака, только после этого. И там говорится, как Нефеш Ицхак вошла в этого айл, я в этом сейчас не буду на этом останавливаться, тоже само по себе потрясающая вещь. То есть получается, что в этом смысле Ицхак действительно карбан, потому что этот баран был зарезан, и там была как бы душа Ицхака, и она была зарезана, это действительно это был карбан. Но я иду дальше и обращаю внимание, что северная часть, Мизбеха. Теперь, если вы откроете примерно там, где это место в Шахарите, в Сидуре, то вы увидите, что дальше Масе Карбанот. Каждое утро надо читать Карбанот. То есть тексты, которые говорят о приношениях. Это в любом Сидуре вы найдете, в начале Сидура утренней молитвы. И там говорится, там есть такой отрывок, Эйзегу Мекоман, где место приношения Карбанот? Вот был храм, я не знаю, что здесь нарисовано, но давайте мы сделаем, представим себе, что это храмовый двор. Сюда входят люди, здесь они стоят, и дальше еще одна большая площадь перед зданием храма, и там мизбеах. Наверное, вы видели схемы храма, и там мизбеах. Значит, если отсюда люди входили с востока на запад, значит, это юг, север, мизбеах стоял таким образом, и приношение всегда было большинство карбонот в северной части, вот здесь, вот, северная часть. И вы, наверное, уже запомнили, что мы читали в Гемаре. Вы помните ветер какой дул? Северный ветер. И поэтому рух цифонит, потому что слово цафон, мы даже вообще глубже понять, что такое север. Север это цафон на иврите, цафон это скрытость. Все понимают, наверное, слово цафун знает такое, да? Скрытость называется. Скрытый, это цафун, спрятанный. Потому что божественность скрыта на севере. Если юг это место, где раскрывается духовность, то север это место, где надо победить это место, чтобы увидеть духовность там. Север это материя, материальность. Там духовность скрыта. И солнце, которое символизирует свет, поэтому на севере не бывает. Оно поднимается на востоке, идет на юг и опускается на западе. А на севере нет солнца. Север – скрытость, цафун, материальная часть. Материальность наиболее сильна на севере. Материальность всюду есть, потому что мир, в котором мы живем, он состоит из материи и духовности. Но наиболее толстая, грубая материя, она на севере. Недаром пророк Ирмияу говорится «Кими цафон типатах гараа». С севера зло приходит. Почему? Потому что там густота материи очень велика. А зло, раа, это, в общем-то, выдуманная вещь. Ведь есть только Всевышний, нету зла в мире. Но когда нам кажется, что его нету, а это там, где материя очень толстая и, так сказать, тяжелая, там зло проявляется. И говорит Мидраш Тана Дебе Элияху, что вот этот кинор имел струны не металлические, а из жил животного. Как сегодня скрипка, если вы знаете, все они тонкие
часто бывают из жил сделанные струны. И вот у Давида Амелах, Давида Амелах, царя Давида, струны были от того айла, от того барана, которого Авраам Авину принес как карбан. И поэтому чувствительность у этих жил, а вы знаете, что животное разделывается, и поэтому жилы вытаскиваются, они не приносятся, не сжигаются. И говорится, что чувствительность этого карбана, этого, так сказать, животного осталась и вошла в эти струны царя Давида, тем более это мы говорим уже о душе Ицхака и так далее, о таких духовных материях, о которых трудно сейчас говорить. Так или иначе, чувствительность осталась, и когда ветер дул с севера, то тогда этот кинор реагировал на это, реагировал на эту опасность северную. И тогда Давид вставал, занимался Торой, он укреплял себя, а потом Ширим ветишбахот, а потом воспевал Всевышнего. И это вот вам объясняет, почему книгу Тегилим написал именно царь Давид, как написал, даже когда он писал, чтобы вы знали, когда было это дело. Теперь маленькая справка, тоже для вашей пользы. Значит, может, не все знают, что книгу написал царь Давид, все, от начала до конца. Однако, если мы будем с вами проходить всю книгу, то мы увидим, что в некоторых, перед некоторыми из Тегилим написано «Шир ха-Маалот ли Шломо», например. То есть, как бы Шломо написал, сын царя Давида. Потом мы находим «Бней Корах» и «Бней Корах» там. Мы видим, что «Бней Корах», сыновья Кораха написали. Потом мы находим «Моше». Это то, что в Каббалат Шаббат мы читаем, это Моше Рабейну написал. Потом в конце, после Леха Дади, мы читаем «Шир Мизмор ле Йома Шаббат». И мы видим, находим в Мидраше, что это Адам Аришон написал. Так кто написал? В Гемаре в Масехе Баабатра рассказывается, что 10 человек авторы книги Тегилим. Адам, хронологически, Адам Аришон, Малхицедек, помните, недавно вы сталкивались, как Авраам с ним, Малхицедек, или он же Шем, сын Ноаха, потом Авраам, потом Моше Рабейну, потом царь Давид, Шломо, Асав и три сына Кораха, трое сыновей Кораха. Это список. Теперь, но мы говорим, что это Давид Амелах написал. Как, значит, можно такие вещи объединить вместе? Как мы поняли, он же писал Баруах ха-Кодеш. Он же не переписывал с магнитофона. Вот здесь в записи вижу магнитофон. Он же не имел запись магнитофонную, что там Моше Рабейну писал. Он Баруах ха-Кодеш. Баруах ха-Кодеш, он может писать и то, что Моше Рабейну писал, и то, что Адам Аришон, и так далее. И то, что потом Шломо ха-Мелех. Есть более трудная тема. Вы, наверное, помните «Ан-Нагарот Бавел Шам Яшавну Гам Бахину», на реках Вавилонских мы сидели, и все это. Мы пока доберемся до этого, определим, как говорится, время пройдет, потому что это 126-й, 127-й номер. Те номера далекие от нас пока. Но, по крайней мере, очевидный вопрос. Как может Давид ха-Мелех, который был в начале только строительства первого храма, вы помните, он его не построил, сын его Шломо построил, как он мог написать Тегилим, где говорится о том, что евреи сидят на реках Вавилонских и оплакивает разрушение первого храма. Между царем Давидом и разрушением храма прошло, как вы понимаете, больше, чем 410 лет, потому что храм стоял 410 лет. Значит, не надо быть большим знатоком хронологии, чтобы понимать, что прошло 400 с чем-то лет. Как он мог писать? Руах ха-Кодеш. По отношению к Руах ха-Кодеш ведь нет вопроса. Так как Моше под диктовку напрямую, все остальные пророки писали Руах ха-Кодеш, то есть они были в состоянии, которое они слышат голос и могут записать. И к этому нет никакого вопроса. И так мы поэтому разобрали немножко и эту тему. Может быть, вы в другие разы кое-какие другие общие темы я подниму с вами к этой книге, чтобы вы понимали. А сейчас, чтобы
немножко продвинуться, давайте все-таки откроем, наконец-то, и мы начнем читать. Первый Тегелим, он же введение ко всей книге Тегелим, поэтому это особо важный текст. Мы читаем, кто не имеет на слух, я постараюсь четко произносить и четко читать. Ашрей гаиш, ашер ло галах баацат решаим, увадере хатаим ло амад, увамошав лейцим ло яшав. Значит, те, кто имеет перевод, я прошу по возможности во время нашего занятия не смотреть перевод. Мне не жалко, если будет смотреть, но будет потери в нашем занятии тогда. А если будете смотреть, то не удивляйтесь, что я перевожу иначе. И в некоторых случаях перевод, скажем, неглубокий. Я не могу сказать неточный. Люди старались, это сказать, лично даже их знаю, кто занимался этим переводом. Люди старались, но точно никогда нельзя перевести. А тем более, это без комментариев для людей, просто читающих по-русски. Поэтому тут не сколько точный перевод, сколько было желание, ну, принятые слова какие-то привести и прочее. Наша задача вглубь смотреть, поэтому я не буду смотреть совершенно в этот русский перевод, и вы не смотрите. Итак, начинаем переводить первую фразу. Ашрей гаиш ашер ло галах баацат решаим. Переведем пока так, пока, временно, тоже не всем правильно. Хвалы достоин тот человек, который не шел по советам злодеев. Иронически можно перевести, иронически не всем, тот, который не сидел, потому что баацат решил, в советах злодеев не сидел. Ну, нам, выходцев из той стороны, так сказать, лишний раз проиронизировать можно. И в этом есть тоже смысл определенный. Но точно перевода все равно ведь нет. А суть, мы должны разобрать суть, суть такая, что хвалы достоин тот человек, и мы разберем, почему я так перевожу потом, который не шел по путям, по советам злодеев. Раша это, нужно понять, что такое, я пока перевожу злодей, а мне все равно хочется ничего не переводить, потому что Раша это Раша, работая, нельзя его перевести на какой язык. Мы должны понять это глубоко, и я сегодня это все расскажу. Продолжает этот пасук, пока только первый пасук. Увадера хатаим луамат. И на пути людей ошибающихся, видите, я так перевожу, там у вас грешники будут написано, хатаим, хатим, и это не всем правильно. Как говорится здесь, на пути ошибающихся не стоял, видите глаголы, там он не ходил, по советам злодеев не ходил, а на пути ошибающихся не стоял, другой глагол, я обращаю ваше внимание. И последний отрывочек здесь. Умошав лейцим лояшав. А в компании циников не сидел, не находился. Так я перевожу. Я не знаю, как это у вас переводится лейцим. Легкомысленный, может быть, там. Да, легкомысленный у вас написано? Нет, я не знаю, да. Лец – это, в принципе, глубокий. Лец – это циник. Но лец – это в разговорном языке, на иврите, лец – это такой пустоголовый шутник. Именно пустоголовый шутник. Потому что шутка дело хорошее, но когда она пустоголовый шутник, это плохо. Я же иду дальше и перевожу это как циник. Потому что человек, который смеется над святыми вещами. Это есть циник тогда. Мы говорим по-русски, у него ничего святого нет. Это означает, что он циничный человек. То есть он насмехается над тем, над чем не надо насмехаться. Вот определение человека. Теперь посмотрите на иврит. Говорится «Ашрей ха-иш». А можно было сказать «Ашрей-иш». Потому что определяется какой. И это правильно, грамматически совершенно правильно сказать «Ашрей-иш», «Ашер» и так далее. Потому что любой человек, хвала любому человеку. Так зачем «Ха» стоит? «Ха» – это определенный артикль. И поэтому «Эйн манос» – нет другого выхода, как понять, что Давид а-Мелех хочет в самом начале, это же очень важно, первая фраза Тегелим, особая книга, я должен сказать, чем она особая еще, особая книга, он сказал, Гаиш, вот именно человек с большой буквы, вот это и есть человек,
кто так себя ведет, так здесь написано. Не просто человек, а именно Ха-Иш. Поэтому стоит Гей. А книга Тегелим особая, скажу сейчас вам, потому что она отличается от всех книг Танах. А что входит в Танах? Танах — это книга, написана Баруа Гакодыш. Чем отличается от других книг? Это суть Танаха. Тора написана просто по диктовку. И еще 19 книг написаны Баруа Гакодыш. Всего 24 книги. И все они, кроме книги Тегелим, имеют одну общность. Всевышний через Руа Гакодыш сообщает человеку, как он должен себя вести, как ему делать. Там мусар, там галаха, там правильные вещи, там хохма. Все в этих книгах есть. Книга Тегелим это тоже имеет. Но в ней, главное в книге Тегелим, и так это определяется, это переживание души человека, который предстоит перед Всевышним, вецарих лиит модет, как говорится, он должен самому как-то сопоставить себя с тем, что есть Творец мира, и он знает, и Творец дал ему эту душу. И его душа – это как бы песня души человека, где говорится о переживаниях, о борьбе, о взлете и падении души человека, и опять подъеме. Потому что человек не может идти все время так, он падает, но он должен подняться. И об этом говорит книга Тегелим. И вы увидите даже, если не сегодня, то в следующий раз, Байсрат Ашем, и еще в ближайшие разы, вы все уже увидите вот эту картину. Кто падает, кто поднимается, кто делает так, чтобы человек упал. Вы увидите переживания самого Давида Мелы, потому что ему есть от чего, было чего переживать. И его переживания, и его страшные беды, которые падали на его голову, и что он с ними делал, и где он искал причины этого, и как он говорил со Всевышним в связи с этим, и так далее. Все это книга Тегелим. То есть это книга как бы человека или его души, более точно. И поэтому она недаром так любима в еврейском народе. Она отличается от всех книг, потому что даже когда человек мало в ней понимает, читая ее, он как бы, что делает? Он может прыгнуть на подножку поезда, который едет. И этот поезд его уведет. Это поезд, это переживание души Давида Мелех, которому Адам Аришон подарил 70 лет своей жизни. И мы нигде не встречаем, чтобы человек дарил духовность. Мы в мире встречаем всегда только подарок материальный. И это мы хвалим. Человек дает сдаку, человек помогает, человек дает свое время, он дает свои силы какие-то, но духовность отдать он не может, потому что это часть его. Он же не может отрезать от души что-то. И только Адам Аришон отдал 70 лет своей жизни. Жизни кого? Адам Аришон. Мы даже не можем понять, кто это такой. Это единственный случай. И кому он отдал? Да Давид Амелов, как вы знаете хорошо. Прожил поэтому 930 лет, а Давид день в день, 70 лет ровно. То есть мы видим, что переживание души Давида Мелех – это переживание Адама Ришон. А Адам Ришон это в себе содержал семена всего человечества. То есть мы видим, что перед нами книга переживаний каждого человека. Отсюда следует важность этой книги, уникальность и единственность. Нет такой книги больше. Ну и поэтому вводная фраза потрясает. Она сразу говорит о том, что вот дорога человека. Правда, в отрицательном только смысле. Что не делать? Видите, начинается с чего не делать. Интересно, что знаменитую свою книгу Рав Моше Хаим Луцато «Месилат Йешарим», он перечисляет ступени роста человека, он тоже начинает с отрицательной ступени. Если вы помните, может, вам рассказывали, вы читали, изучали. Он начинает сразу с Гирут. Начинает сразу, человек должен быть осторожным. А потом он говорит, что надо делать. Нельзя быть все время осторожным. Тогда, как Иванушка-дурачок, проспишь на печке, ничего не будешь делать. Надо в жизни делать. Нельзя все время не делать. Но прежде чем делать, надо понимать, что надо быть осторожным. Поэтому он говорит, который не ходил, не стоял, не сидел. Помните фразу эту первую? С этого начинает. И маленькое замечание, ашрей.
Вот что-то слово, над которым бьются тоже много. Потому что так не принято говорить. Может, принято в разговорном языке из-за того, что это здесь уже есть. Но до этого мы не находим такую фразу «ашрей» и так далее. Только в книге Тегилим в основном мы так можем это увидеть. Что это за слово «ашрей»? Алов, шин, реш, юд. Значит, если мы поменяем буквы, нам никто не запрещает поменять буквы, чтобы немножко посмотреть на это слово, так сказать, в статике, посмотришь на буквы этого слова. Я часто буду это делать, вам показывать и слова, и буквы, и прочее, прочее. То мы увидим, что мы увидим «рош» и «юд» еще, правильно? Да? Я только поменял чуть-чуть. «Рош» и «юд». «Рош» — это голова, все понимают. «Юд», буква «юд», как тоже, наверное, многие понимают и знают, это буква, которая нам намекает, показывает на мудрость. Это первая буква имени Всевышнего. И как мы, наверное, понимаем, что, или слышали, что каждая буква означает много в этом имени. Потому что это как, я извиняюсь, Легавдиль, конечно, миллион раз, но как есть материальный мир, он же слепок духовного мира. Он, так сказать, всего лишь вторичен, первичен, но духовный мир. Правильно, Берешит бара Элоким это Шамаим, Беэт Аарес. Сначала духовность, потом материальность. Но материальность это слепок духовный. Если поймем материальность, мы можем что-то понять про духовное. Таблица Менделеева, элементы. Значит, все в мире из элементов состоит. А не так, что каша нет. Есть основные базовые элементы. Все в материальном мире состоит из этих элементов. Материальном, подчеркиваю, только в материальном. Вы ничего не найдете материального, что состоит из чего-нибудь другого. Только из таблицы Менделеева, из этих элементов. Так точно и буквы. 22 буквы нашего алфавита, это таблица Менделеева, из которого строился мир. Это сложно понять сразу, и так как-то не принимается на слух легко. Но есть по мере возможности, мы будем все время смотреть, 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 и вы увидите, что так оно и есть. Постепенно, Безрат Ашем, хотя бы немножко мы почувствуем это. Что действительно, как Легавдин, конечно, как таблица Менделеева. И тогда, что мы находим, что мы видим? Что эта буква Йод, она связана с мудростью. Нужно это запомнить. С хохма, то, что называется. И тогда мы видим, Ашрей Гаиш, это рожь его, голова, во главе он ставит хохма, во главе он ставит мудрость. Гаиш, если ты хочешь быть человеком с большой буквы, ты должен во главу своего интереса поставить мудрость. Нельзя быть дураком, нужно стремиться к мудрости. Понимаете, что поделаешь? Каждый из нас родился на определенном уровне, в этом нет беды. Беда, если мы остаемся на этом уровне. А берош, что у тебя должен быть? Вот это юд, буква юд. И тогда, если у тебя это берош, то прежде всего ты знаешь, что не надо идти вслед решаим. Тут говорится идти, помните глагол ходить. Не надо спрашивать советов у решаим. Ни по каким вопросам. Я извиняюсь, жизнь это сложнее. Но надо стараться не спрашивать совета у решаим. И вы спрашиваете меня, кто такие решаим? Где у нас рентген? Понимаете, где эта просвечивость решаим? Вопрос, а это вот какой. Ответить, как ни странно, не так сложно. Хотя, в общем-то, сложно, конечно. Не так сложно. Потому что слово «раша» – «реш», «шин», «айн». Вы слышите эти буквы? «Раша». Я говорю к тем, у кого нет книги перед собой. «Раша», «реш», «шин», «айн». Опять перестановка маленькая, и мы получаем «раш», «шум». И говорят наши учителя, что те, кто шумит, не вообще шумит, не раша, а те, кто шумит, кипит, по-русски скажем так, кипит от того, что он понимает, что есть Всевышний, и ему не хочется, чтобы это было. Он он как называется, богоборец такой, вот воинствующий безбожник, вот это был журнал такой, воинствующий безбожник, интересный журнал. Сами себя люди назвали Рашаим, понимаете? Сами себя назвали, интересные люди были. В основном евреи, как вы понимаете, да, все эти журналы пускали. Товарищ Емельян Ярославский, вся эта компания, все наши друзья в кавычках и прочее, прочее. Это все они наши люди, ничего не поделаешь. А вот Раша, это не тот, кто, например, там что-то плохо делает, это не Раша. Это другая категория, мы сейчас к ней придем.
Рашай тот, кто кипит против Акадош Баруха. Вот если человек кипит против него, то с таким не надо советоваться. И даже по другим вопросам, не по этим. Почему? Потому что вы никогда не знаете в совете бытовом, какой холодильник купить, что он имеет в виду. Может, он имеет в виду, чтобы вам было плохо. Может, он имеет в виду, чтобы, понимая, что вы, как каждый нормальный человек, в меру своих сил, вы, мы все, я не хочу говорить, что вы, мы все одинаковы, мы все все-таки стремимся поближе быть к Творцу мира, как мы можем. И он видит это. И тогда, может, он хочет испортить, даже не думая в подсознании своем, потому что у него раж, непрерывный шум в голове, понимаете, против Акадош Баруха. Так не надо слушать этих людей. И я, например, конкретно, я люблю всегда конкретные примеры называть. Например, недавно по радио я слышал здесь, в Решет-Бет, я не слушаю русское радио, а периодически я слушаю израильское радио, чтобы понимать, как люди живут, что и как, из своего личного опыта, и общаясь с людьми, конечно, тоже много можно узнать, но мне интересно, что они тоже скажут и как, и так далее. И даже такой простой вопрос, или сложный вопрос, пересадка органов. Значит, беседа идет, женщина, которая ведет передачу, и там врач какой-то, который занимается этим. А, это было в связи с годовщиной, по-моему, Кристиана Бернарда, что он вот пересадку сделал знаменитую, приближаемся к 30-летию, видимо, или что-то такое. Насколько я помню, это же 30-летие должно быть скоро. И там разговор о том, как в Израиле это делают, и все. Казалось бы, тема сугубо медицинская, но не могут. Обязательно там нужно было влезть и намеками, и обязательно пнуть надо, что вот если бы не религиозные, то было бы намного лучше, и так далее, и так далее. Из-за них вот нехватка донорских органов, и так далее, и прочее. Это просто, более того, скажу честно, я поэтому не выключил радио, мне было интересно, будет или не будет? Конечно, будет. Не могут, понимаете, даже тема другая совершенно. Я не хочу сказать, кто этот врач, я не знаю, но атмосфера Решаи, понимаете, атмосфера Решаи. Может быть, этот человек даже не Раша, но сама атмосфера и, так сказать, все это Маарехет, медиа, то, что называется, или как по-русски замечательно, СМИ, то, что называется, такое слово СМИ интересное, да, средства массовой информации. Это система, где так или иначе на этих волнах очень много решут, то есть зла идет, к сожалению, и это нужно понимать. Вот, это Решаим. Так, Гаиш, он не идет по совету Решаим. Теперь, у Вадера Хатаим Луамат, а среди, не стоит он на пути тех, кто Хатаим. Кто такие Хатаим? Что такое Хет? Сплошь и рядом слышишь слово Хет, правда? А, зачем? Ну, пожалуйста. Хода Шелу. Между Рожа Шана и Йом-Кипуром. Алхет Шехатану и Алхет Шехатану. Помните. И в Йом-Кипур, значит, надеюсь, по своей груди, не по соседской, как следует били. Да, это очень плохо, да, по соседской ударе. Нужно по своей. Алхет Шехатану. Помните, за хет, который мы сделали, я не перевожу так, как переводится. Потому что я не люблю слово грех. Я не понимаю слово грех в русском языке, хотя занимаюсь русским языком, переводами, чем угодно. Но я слово грех не понимаю. Это коннотации и ассоциации с христианскими словами. И мы должны быть очень осторожными в этом вопросе. Потому что все-таки христианство – это идолопоклонство. И когда их слова и прочее, они могут нас тоже сталкивать неизвестно куда. Нужно быть очень осторожным с их терминологией. Поэтому хет это хет. Но мы должны понять это слово, мы обязаны понять, имеем право понять, даже обязательство. Тогда мы должны понять хет. Хет – интересное слово. Глагол «лихто», «ляхти» особенно означает «промазать мину». Вот когда, значит, бросают арабы бутылки зажигательной смесью, то тогда сообщают, что «бакбук лихти». Он промазал, не попал в машину. Бакбук ехти. Это слово хет. То есть хет, и вот мы теперь глубокое понимание хет можем прийти, наконец-то. Не так грех и грех, непонятно, что грех означает. А хет, это значит, ты промазал мимо. Вот ты должен был так сделать, а ты сделал не так. Это есть хет.
Поэтому раз такой огромный список в Йом-Кипур, Алхет Шехатану, Безе, Безе, Алхет Шехатану, Алхет Шехатану. Что за страшный список такой? Потому что мы мимо промаза, мы проходим мимо правильного поступка, мы его не делаем. Мы проходим мимо таким образом, что мы делаем то, что не надо было делать. То есть, короче говоря, у нас траектория жизненной судьбы не там проходит, где и надо было бы пройти. Это, собственно, есть хет. Можно сказать, что это не так страшно звучит, как грех, а можно сказать, что это еще хуже звучит, чем грех. Потому что грех непонятно что, а хет зато теперь понятно. Ты просто промазал мимо. Вот тебе дается день, и ты можешь провести так, а ты его делаешь не так. И вот тебе день пропал, час пропал, минута пропала. Я могу больше сказать, год, и может быть даже не дай Бог жизнь. Понимаете? Это есть хет. Теперь, но все-таки это не раша. Потому что раша тот, кто кипит против Всевышнего. А хатаим сказал Шломо а-Мелех, другом Когелет, если я не ошибаюсь, на память, видите, говорю, если не ошибаюсь, эйн цадик баарец шало хата. Нет праведника на земле, который бы не, как по-русски сказали бы, не согрешил. Потому что не может быть человек, чтобы траектория была идеально такой, которая может быть. Человек не малах. Басар вадам. Поскольку у нас есть басар вадам, то это у нас не всегда решение правильное. В конце концов, что мы такие умные? Значит, решения неправильные, поведение неправильное. Много такое. Главное не опускать руки при этом. Нужно это постараться исправлять. Но при этом понимать, что есть хатаим. Могут быть хатаим. И поэтому здесь говорится как более слабая вещь, что человек среди гаиш, среди тех не стоит. А почему не говорится, что он не ходит? Потому что он, пока он ходит в жизнь, он тоже делает хатаим. Но он не останавливается на них, а он их исправляет. Понимаете? Бацат решаим по совету злодеев он не идет вообще. В смысле хатаим, им приходится иногда сделать неправильный шаг, приходится по неумности своей, по ошибке и по разным другим причинам. Но он не останавливается на этом, он не упрямится и он не строит из себя, что раз я так делал, так я всегда буду так делать. Нет, он ло-амад, он на этом деле не стоит, понимаете, он идет вперед. Чувствуете, как глаголы выбирает правильно? И последнее здесь, в первой фразе только. Последнее. Бумашах лейцим лояшах. И среди этих лейцим, циников, он не сидит. Почему не сидит? Могло было так быть. Он по совету циников не ходит, он там не стоит. Именно почему не сидит. Почему не сидит? Потому что что такое болтовня и цинизм? Это, как правило, во время работы нет времени этим заниматься. Когда идет болтовня, сплетни, пустота в разговорах, когда у человека свободное время. Когда он может сесть, расслабиться немножко, как говорится, побыть в компании людей, друзей и прочее. А компания такая, где болтовня и цинизм только начинается. Что начинается всегда с мелочи. Почему тут я перевожу циник? Потому что лец – это тот, кто несерьезно относится к жизни. И когда он начинает несерьезно относиться к жизни, он постепенно начинает несерьезно относиться к более важным вещам, потом уже к духовным учителям, потом к самим книгам, а потом, как говорится, афролепуми, как говорят, прах на уста, клопей мало, как на иврите говорят, все не могут сказать, потому что мы очень осторожны, можно сказать, против Всевышнего. Но суть, вы же понимаете, против Всевышнего. Вот это цинизм. Циник – это когда нет ничего святого. Значит, что такое ничего святого? Против Всевышнего. Наверху нет ничего тогда. И человек, гаиш, среди этого не должен находиться. Что значит не должен находиться? Не должен находиться так, чтобы все думали, что он разделяет это, что он удовольствует, йошев, что он удовольствие имеет, понимаете? Он не должен расслабляться, вот поэтому говорится, ло яшав, не находился. Потому что лашевет – это расслабиться. Как будет нам говорить через две недели недельная глава. У нас сейчас будет глава Ваишлах, ну сейчас идет глава Ваишлах, а потом история Ваишев, потому что Яков расслабился, и вся история с Йосефом началась. Расслабиться – это сесть. Поэтому говорится, не расслабляйся среди циников, потому что ты заразишься этим. Это духовные бактерии, вирусы, которые тебя могут заразить. И я просто тоже
конкретные примеры знаю. Опять же, ты сказал про эти СМИ. Но конкретно я говорил с одной женщиной, журналисткой в русской газете. Я не читаю русской газеты, но мне пришлось общаться, я разговаривал. И она пришла у меня, собственно, она ко мне интервью пришла брать по какому-то вопросу. И говорит, что она там в своем этом писании собирается написать против Рафа Вади Йосефа. Я сказал, почему против? Как вы можете писать против? Я говорю, это Талмид Хахам. Значит, вы если не понимаете, что он делает, напишите, что вы не понимаете. Значит, человеку можно это не понимать. Но что же быть, как можно писать против Талмидей Хахамим? А она, между прочим, ну так будем считать, как бы из религиозных или что-то такое. Я говорю, как можно писать против Талмидей Хахамим? Она говорит, раз он высказывается на политические темы, значит, мы имеем право в политической плоскости против него выступать. Я говорю, это фраза, которую вы, я ей говорю, вы прочитали в этих газетках, где вы работаете, и в Израиле, и во все в разных газетах. Эта фраза не умная. Она относится только к некоторым идеям. Там, пожалуйста, можете писать. Я напишу, я не понимаю, что значит против. Подчеркиваю, поскольку она, так сказать, как бы религиозная и прочее, прочее. Видите, куда дело заходит? Она сидит среди лейцин, сидит среди циников, сидит там и работает в этих газетах и прочее, прочее. И дошла до того, что может говорить, что она будет выступать против. При этом, как вы понимаете, я здесь ничего не хочу сказать ни про Рафа Вади Йосефа, и вообще мы о политике здесь не говорим. В этом контексте. Я просто хочу сказать, что нет пиетета и нет внутренней гармонии у человека. Отчего? Потому что он сидит среди лейцин. Поэтому Хаиш не будет сидеть среди лейцин. Понимаете меня? Разговаривать может. Кстати, поговорить можно. Понимаете? Потому что говорится, но сидеть и расслабляться среди них нельзя, потому что тогда будет плохо тебе. Можно ли идти бойца от Решаим? Поскольку, если мы будем считать, что они не Решаим, а просто пустоголовые, то можно спросить у них совет тогда. Можно спросить совет, только нужно понимать, кто тебе дает совет. У Решаим вообще нельзя спросить совет. А у Лейцим можно спросить совет, но никто не говорит, что надо делать, но можно спросить. Теперь стоять рядом с ним, это даже короткое время, тоже можно. Жизнь заставляет, работа заставляет и тому подобное. Но там, где тебя жизнь заставляет, например, на работе. Но это я в данном случае этот момент, это из Шимшон Рафаэль Гирш, то он пишет. Такой большой был Талмид Хахам в прошлом веке в Германии, Раби Шимшон Рафаэль Гирш. Может быть, слышали, очень большой Талмид. Это маленький кусочек из него. Вообще, я хочу сразу сказать, я никогда не привожу, я не люблю цитатничество, начетничество. И то, что я вам говорю, я на каждую фразу могу сказать, кто это сказал, в какой книге написано или прочее. Иногда это бывает мое тоже. Я, так сказать, не стесняюсь этого. Но это вот редко и всегда перепроверено. Я никогда не просто так не скажу. Но, как правило, 80-90%, что я вам буду рассказывать, это всегда минамикарот. Всегда берется из Гемары, из Мидраша, из Талмидей Хахамим, всех поколений, включая и 20 век, наши времена тоже. Вот. Это я заранее уже хочу сказать. Всегда берется. Поэтому здесь я, например, привел пример, что это Рав Шимшон Рафаэль Гирш говорит об этом. Еще теперь интересно, как-то от этой фразы не могу идти. Я помню время, я вас не буду задерживать сильно. Но, так сказать, мы план не выполняем. Мы все советские люди, пятилетка в 3 года. А тут у меня был план один тегелим каждый раз. А я тут, видите, уже отстаю, и это плохо, вы должны меня критиковать. Но я постараюсь что-то сделать, я не знаю, что мне сделать, я постараюсь что-то сделать с этим. Вот. Но так или иначе, работаю, так или иначе, я не могу, если слово «рашай» объяснил, и слово «хет», «хотей» объяснил, то я не могу пройти мимо слова «лец». Вы должны вникнуть в это слово. Глагол «ламет цади цади», но просто... Имя существительное, так сказать, цади это объединились в один цади. Ламет цади, да? Что мы? Лец это ламет цади. Видите эту букву? Да. Ламет самая большая буква. Вы знаете.
Из всех букв ламед самая высокая, самая большая. Потому что лимуд – самое большое дело, да? Лимуд, вот мы занимаемся этим, самое большое. А цади – буква, связанная с цедек, с праведностью, справедливостью, правильностью и тому подобное. Тот лец, в чем его беда? От чего он циник? Потому что у него, он выше всего ставит свое мнение, самого себя, и с высоты своего мнения он говорит, думает, что он человек праведный. Праведный, может быть, не так, как мы понимаем праведность, так, как он понимает праведность. Короче говоря, все остальное ерунда, он только один существует. У него есть ламет, у него есть этот цади, больше ничего его не интересует, и он о себе, так сказать, только это хочет сказать. Это тоже, наши хахамим нам и это рассказывают. И теперь давайте хотя бы еще одну фразу. Правда? Давайте. У вас есть силы еще? Есть. Много. Силы есть. Да. Хорошо. Да, сила — это слово большое. Кох. Понимаете, кох. Кох — это очень большое дело. Кох — это гематрия 28. Правда? Если увидите Когелет, там помните, время любить, время ненавидеть, строить и так далее, постичь, что это 28 раз говорится время-то. Такое, понимаете, что это общее отношение ко всему, человек должен свою энергию применить. Есть время любить, время ненавидеть, строить, время разрушать. Все эти вещи и хорошие, и плохие одновременно могут быть. Главное, что все кухот Адам должны быть направлены во все эти 28 направлений. И все должно быть вовремя и правильно. Потому что «эт лего», «эт весно», а не перепутать, и наоборот. И сейчас мы слово, я не случайно сказал, как бы случайно, но вы увидели случайно. Читаем вторую фразу. «Ки им беторат гашем хевцо». А теперь положительно. Вы были отрицать, что не надо делать, а что надо. «Ки им, но именно, ки им, но именно беторат гашем хевцо». Желание этого человека, «гаиш», это беторат гашем. Там он стремится к этому. Хевцо, вы слышите слово хефец, да, хефец? А могло быть рецено, например, или хипусо, там он ищет. А слово хефцо, мы еще остановимся. У ветерато и в Торе его, егеге, йомам валайла. Он будет размышлять над Торой его день и ночь. Вот вам положительный теперь. Теперь мы должны разобраться, о чем тут идет речь. Прежде всего, хефцо, желание этого человека, беторат гашем. Слово хефец вам знаком с первого дня пребывания в Израиле, потому что в автобусе и всюду это слово написано, хефец хашуд. Правильно? Правильно, да? Знаете это слово? Нужно быть осторожным, как бы хефец хашуд, подозрительный предмет не был, опасный предмет. Правильно, да? Так хефец — это предмет. А тут слово, глагол желание. Какое у нас слово еще желание есть? Рацион. Правда есть рацион? Какое отличие между рацион и хефец? Как в смысле глагол? Рацион — это желание к чему-то стремиться. Ларуц — бежать куда-то. А хефец — это что-то иметь. Это не одно и то же. Рацион говорит, что у человека есть рацион куда-то что-то сделать, его направляет. Направление, вот, они роце, это значит, я хочу, и дальше там, что я хочу. Они хофец, это другое. Они хофец, это я хочу это иметь. Я, может быть, даже не хочу двигаться. Не говорится о моем движении, а говорится о том, о имении. Я хочу иметь. Есть еще на иврите слова. В 10 заповедях, помните, лотахмод, не пожелай и так далее. Лотахмод, не говорится лотихпод, не говорится лотерце, а говорится лотахмод. Потому что хемда — это уже другое, это уже я хочу с чем-то слиться, я хочу, так сказать, с чем-то быть вместе, литмодет, меда, что была та же самая, я хочу некое тождество с чем-нибудь. Понимаете? Это другой нюанс. И так мы будем с вами видеть эти нюансы в лашон ха-кодеш. А здесь говорится хефцо. Человек хочет иметь Тору Всевышнего. Он хочет обладать ею, потому что Тора — это мудрость, он хочет ее иметь, это справедливое желание. Но
реалистически Давид а-Мелех продолжает эту фразу и говорит на этом, это и Раши приводит из Мидраша, но и Раши прям приводится, когда он комментирует здесь на месте, потому что мимо нельзя. Смотрите. «Киим веторат Хашем хефцо, у веторато егеге имам валайла». И тут немножко веторато смущает. И в его Торе, ну, можно понять, в Торе Всевышнего нужно размышлять и сидеть внутри, как говорится, головой внутри. Но все-таки, почему не говорится «Бетарат Хашем» тогда? Почему «Бетарато»? «Бетарато» — это в его Торе. В его пишет, иначе, если бы сказал, вы бы не поверили, что так можно сказать. Но я уже, в отличие от других примеров, вам сразу говорю, знаете, за кого я прячусь? За Раши. Ну, против Раши вы ничего не скажете. Так это Раши говорил, я прячусь за ним. Потому что речь идет «Бетарато», «Бетарат» человека этого. Человек хочет иметь Тору Всевышнего, но он ее не может иметь. Как он ее может постичь? Моше кибел Тора Мисинай, так это Моше Рабейну кибел еще, тоже кибел. У Месарали Иошуа, помните, начало Пиркей Авот. И передал, сколько передал, передал. И Иошуа дальше передает. Раз человек может Тору Всевышнего, не может. Значит, он может только свою Тору иметь. Что это своя Тора? Это Халила, не некая, так сказать, другая Тора. Это то, что он мог понять. Это, работай, самая оптимистическая фраза, которая есть в жизни. Все мы хотим, анахну хафицин, это Торат Хашем. Но мы же понимаем, что мы не можем этого постичь. И тогда могут опуститься руки и сказать, кто я, это как в следующем восьмом Тегилим говорится, Михаиш, кто человек может быть, что он там может что-то. Но мы не должны руку опустить. А что мы должны понять, что Бетурато, то есть Бетуратейну, у каждого человека есть его Тора. Его Тора — это срез от Торы Всевышнего, который он может своей душой и умом постичь, и сердцем. Чтобы это было, и не было другой крайности. Ага, вот этот Ильяху Эсес пришел и рассказал такие вещи. Ничего не надо тогда. Я хочу иметь Тору Гошема, сколько я буду иметь, слава Богу, ничего не надо мне делать, сколько я имею, то имею. Нет. Говорится Егею Мамвалайла. Ты в своей Торе день и ночь размышляй. И здесь я хочу, как обещал, это последняя фраза, дальше уже не пойду, только разобрать эти слова. Почему говорится Егеге Йомам Валайла? Во-первых, почему Йомам Валайла? День и ночь. По-русски говорят день и ночь, правда? Но на иврите мы-то знаем, что не так. Вы должны были мне спросить, что это день и ночь? Ночь и день, надо сказать, ваги эрес, ваги бокер. У нас в Торе всегда порядок. Сначала идет ночь, потом день. Потому что сначала день, ночь очень неприятна, правда? Должно быть сначала ночь. Ты должен пройти ночь, и тогда ты будешь иметь удовольствие от того, что есть день. Это же не случайно ваги эрес, ваги бокер. Это отдельная большая тема, которую я здесь не задеваю даже. Я просто как бы бросаю вам мысли на размышления, понимаешь, вы подумали. А здесь наоборот. Йомам Валайла. Тоже пишут, и вот Рав Гирш, Шимшон Рафаэл Гирш пишет, и другие. Он пишет так. Человек, правильный человек, серьезный человек, это не тот, кто живет по одним законам, а потом приходит в синагогу и молится. Или живет по одним законам, а потом приходит на урок Торы и погружается в Тору энергично, просветленно. Но живет он совершенно по-другому. Нет. Йомам Валайла. Теперь живет человек днем. Да? Ночью человек не живет. Несмотря на то, что мы читали правильно, как Давид а-Мелех вел себя. Я вас очень прошу не идти вслед и не повторять образ жизни Давида а-Мелех, потому что был Давид а-Мелех. Если вы каждый раз пойдете в 11 часов вечера спать, и в 12 ночи проснетесь, и больше не будете спать, пару дней я вам гарантирую, а потом уже трудно будет, да, потом, наверное, совсем будет тяжело. Поэтому, я знаю, мои ученики иногда пытаются, я с ним все это прохожу и так далее, мы как раз Масехет Брахот недавно учили. Я смотрю, на следующий день приходят эти самые синяки под глазами. Я говорю, что такое? Давид а-Мелех, говорят, он, мы тоже. Ну, не, они не могут, столько сил у них нет, они в два ночи пытались проснуться. Ну, пару дней можно продержаться, но потом не пройдет много. И все такое. Есть еще Сипурим, Вильнский Гаон и так далее, спал два часа в сутки. Ну, хорошо, это правильно, но это не значит, что мы с вами можем. Старайтесь держаться, начните всегда, им совет медицинский, дам
опять ссылаясь на Рамбама, у него это, и мои приложения к этому. Начните всегда сон выбирать с 8 часов. Начните спать 8 часов. Потом начните спать на четверть часа или полчаса меньше. Если вы хорошо себя чувствуете, продолжайте 7,5, а потом перейдите еще меньше. Остановитесь на 7, очень хорошо. 6,5, держитесь только, тогда уже трудно, но если вы держите 6,5, держитесь на 6,5. Меньше, чем 6, они рекомендуют. Но к 6 часам можно прийти, но очень контролировать надо себя. Если вы днем склоняетесь ко сну, значит что-то плохо. Значит, надо ночью больше спать тогда. Потому что днем не рекомендуется спать, несмотря на то, что здесь бытует такое правило, что днем спят. Но поверьте мне, не спите днем и даже не говорите пока никому, а то меня будут ругать все. И даже в субботу тоже не спите днем, я вам советую. Даже в субботу не спите днем. Хотя об этом говорится, что шаббат это шейна бе шаббат тану, рашейте вот шин бе тав. Но кто сказал, что днем тану? Может, имеется в виду ночью тану, правда? Я знаю, о чем я говорю. Итак, мы читаем дальше. У батарато ерге йомам валайла. День и ночь. Потому что человек днем, пока он живет активной жизнью, да-да-да, понятно, он должен батарато. Он должен жить по Торе, стараться жить по Торе. Я не говорю демагогию, знаете, там жить по Торе. Но человек должен стараться жить по Торе. Это то, что может. А тогда что же лайла? Потому что лайла имеется в виду вечер. День это рабочий день. А вечером ты должен уже в ЕГЭ, ты должен подумать немножко, ты должен думать, представлять, размышлять, подвести итоги дня, как можете, хотя бы 3 минуты я вам советую, каждый день. Я серьезно говорю, это очень важно, каждый день итоги дня. Вы увидите, как это вам много будет давать потом. Если вы каждый день 3 минуты подведете итоги дня. Это что будет бет-торато в своей Торе. Сколько у вас есть этой Торы, с этой Торой постарайтесь немножко поработать хотя бы 3 минуты самостоятельно. И опять поверьте мне, не тот человек, кто занимается Торой, если он эту книгу читает или другую книгу читает, или там над Гемарой сидит 15 часов в день, а тот, кто ЕГЭ. И Гайон Лев пишет Раши. Я знаю, если вы расскажете, на меня будут камни бросать, они будут камни бросать. Я сразу скрываюсь за Раши. Против Раши никто ничего не скажет. Раши пишет и Гайон Лев. То есть переживание сердца. Не тот, кто сидит с книгой, это изучает Тору. Книга нужна, чтобы знания иметь. А тот, у кого сердце в этом деле находится, где он переживает. И Гайон. Эй, Гимел, эй. Эй это вина. Правильно, вторая буква в имени Всевышнего. А гимл-то давать. Лигмол хесед, милут хесед. Гимл-то дает. Тот, у кого бина, направлен на последнюю букву гей, третью, последнюю. Гей, гимл, гей. Это, как многие слышали, наш мир, малхут, то, где мы живем. Понимаете? Если он берет свое понимание и направляет на образ жизни свой, а не так, что живет тут, а понимание там у него. Если у него идет вот эта связь, гей, гимел, гей, то тогда это гаиш становится. И тогда у него Тора есть, и тогда, понимаете, что такое? Егэгэ йомам валайла. Гей, гимел, гей у него происходит. Берет свою бину, свое понимание, и направляет на малхут, на наш мир, в котором он живет. Тогда у него все в порядке. И теперь вы поняли, что такое йомам валайла. И поэтому подводим итоги. Этих двух фраз, я действительно думал все пройти, мне даже неприятно немножко, потому что вдруг кто-то не будет в следующий раз, и тогда он не услышит завершение. Это же целое, это же не просто так. Итак, Ашрей Гаиш, Ашер, Ба-Ацат Решаим Ногала, да, я на память цитирую, но, Ба, как говорится, это Ба-Хатаим, Дабадера Хатаим, Луамат, Умашав, Лейцим лояшар. Правильно, да? Помните это, что это означает все? И дальше говорится, ки им бетарат хашем хевцо, у ветарато, и вы помните, что значит ветарато, и геге йомам валайла. Вам понятно весь этот объем? Мы получили, чего остерегаться, и получили, куда стремиться. Ну, может быть, для начала, что такое получилось у нас, поэтому...
Всем вам спасибо за участие в уроке. Книги, которые я вам дал, велено вернуть. Всего доброго. До встречи в следующий Йом Ришон, Безрат Ашем.